Скоро совсем. 22-я минута, в принципе. 4000 за имперцами, и пока ни одна из команд не выходит на Рошана, так, зато выходит на Эмпер Спирита. Но тут на развороте стяжка от Дарксира, Элдер Титан, Станчик забирает его от Спирита, переключается на Шачло. Очевидно, что Шачло здесь будут добивать. Имеется Сурж, какое-то время он поживет, но да, совсем недолго. И даблкил помочь Медузе отогнать Тайдхантера. И, соответственно, забирает очень много фарма. Да, он отпушивает и тому подобное, но смотри, на твор пятерки Фуриона и того же самого Эдспирита забирают Дарксира. Подспили Эмбера, что-то будут с ним пытаться сделать, и приходит Рубик на Ремнанте, под стан Элдер Титана, Рубик погибает, мегакилл для Эмбер Спирита, переключаются на Войд Спирита, забирают и его, мегакилл для Эмбера, мегакилл для Фантом Лансера. Еще хуже будет. Года забирают, поймали его в очередной раз, опять снизу. Подцепили Дарксира. Палец, ну и Фантом Лансер уже. В данной ситуации байбекаса нет никакого смысла. Кстати, Войд Спирит, курьера Леончика тут и сбивают телепорт Войд Спирита. Инстухекс какой-то был. Прям, ты видела? Слюш, красавчик, мне кажется, реализован. Фантом Лансер уже на базе развлекается, идет за Рубиком, отталкивает его Медуза, стреляет там и мисы, цепляют настоящего ПЛа, но притянуть не получилось. Хекс пошел и байбек от Фуриона. ПЛ до сих пор жив, и ему смогли снести пол ХП. Пайп прожимает Тайдхантер, нужно отойти, врывается Эмбер, цепляют Войд Спирит, и Войд Спирит погибает. Имеется байбек, переключаются на Рубика, Рубик минус без байбека, Бьон Годлайк для Фантом Лансера. Ну и вот он, тот самый трон. Медуза, Стоункейс, Реваша, Тайдхантера, тот самый, кстати, по трем героям. Медузу пытаются зафокусить, Медуза достаточно плотная, притяжка от Войд Спирита по Эмпер Спириту. Эмпер Спирит использует БКБ, влетает на Дарксира, Дарксир должен погибать, под фонтан уже придется идти Эмпер за ним, и он за ним идет. Забирают Медузу, Медуза байбекается, смогли отдать только Элдер Титана, сразу же байбек, и Войд Спирит погибает после байбека. Ну, в принципе, я думаю, что сейчас мы увидим. Хотя Медуза жива, но дело в том, что жива она только вдвоем с Дарксиром, и пытаются забрать ее, под фонтан уже идти не очень хочется. Можно просто закончить эту карту спокойно, сломав трон. Да. ГГ еще не пишет. Ну, я думаю, обсуждаю даже какую-то следующую карту. Подцепили Дарквиллу, Эмпер Спирит идет следом, Дарквиллу ультует, и если честно, по Тавр, я думаю, что все-таки здесь зайдут, убьют, и их наказать не получится. Используется глиф, но катапульта, плюс змейки Шато Шамана. Пытается как-то пак подразмять Тайдхантера, но выглядит пока это не самым лучшим образом. Как мы уже говорили, просто с маски отхиливается Тайд. Сейчас опасна на самом деле ситуация. Сейчас попадет на чины, да, он попадает. И он попадает. Сетка, ну и да, это минус. Даже не потребовалось использовать какой-то реведж. Ну, знаешь, мне кажется, это идеально. Если еще и чат раз засейвят, здесь вообще будет... Смотри, еще двух героев поставил. А где? Где? Петушара, давай! Вперед! Ну, Дарквилла подцепили. Да, забрали двух саппортов. Смоки не самые успешные, потому что, опять же, саппорт. Хайграунд подниматься достаточно опасно. И Аксу нежелательно идти реведж, первым. Реведж, реведж. И на Тайдхантера опять же притянули, убили. Успеет ли реведж использовать петушаром? Да, успевает реведж. На самом деле очень хороший. Эмбер, будет ли врыв? Разлом от Элдер Титана. Акс проседает. Акса можно забирать. У Акса стрик. Террорайз пошел. Акс до сих пор живет. И террорайз просто идеальный. Не дофокусили Акса. Ну, можно забирать Шадо Шамана. Шадо Шаман погибает. Эмбер уходит на ремнант. Неплохой удар от Энчантерс. Но зафокусить не выходит. Погибает Тайдхантер. На развороте хотя бы забирают Дарквилл. Фантом Лансер дерется против Медузы, запрыгивает Акс, пытается как-то помочь своей Медузе, остается абсолютно без маны. Пак пытается отогнать Эмпер Спирита, и все-таки погибает Медуза. Да, там иллюзия бегает просто, и там на самом деле неприятно этой Медузе воевать, вот о чем и речь. Сайленс, хотя бы Элдер Титана убить, Пак с этим справляется. Эмбер под щитом, драться до конца, фисты. Сейчас доиграться можно, на самом деле, здесь пак. Ну, скорее всего, и доиграется. Он это даблкилл для Эмпер Спирита. С экстрем. Минус Дримкойл. Это приятно. На топе. Эмбер имеется ВКБ. Забирает Энчантрес. Ну, и еще и паку.
снимает пол хп. В это время забирают Акса у нас фотобласер вместе с тайткатером. Акс, конечно, очень быстрый, но сейчас одно копье. Один удар, да, и... копье залетает, да, вместе с Гашем. На пару отправляют его вместо Грубу. Ну и вот она. Драка что, пошла? Пошла. И Тайдхантер все-таки врывается. Ревидж пошел. Медуза отделена от команды. Можно с ней попытаться что-то сделать. Стоунгейтс на развороте. Дарк Виллоу погибает первый. Она без байбека. Тайдхантер также отправляется в таверну. Имеется байбек. И Нефрит оформляет первый фраг. Что Шаман, Змейки, Фокус, Медуза под контролем. Акс не может ворваться. У нас пошел еще Дримкоил от Бака. Забирают Элдер Титана. Элдер Титан, байбек. Что Шаман также байбекается. Это уже минус 3. Но забрали Медузу. Забрали Медузу. Где рапира? У кого рапира? Вот ответ. Вот тот самый ответ, тот самый замес. Одного Ravage'а может вполне и хватить. Кстати, ну и Лансер туда ламовый, да, Игс еще будет висеть 2 минутки. Вот уже... Акс врывается на Тайдхантера, но это явно не та цель. Кстати, у Тайдхантера имеется Ravage, и его, наверное, нужно использовать, что он и делает. Эмбер готов врываться, врывается в самую гущу событий. И Пака забирают. Пак, кстати, с байбеком цепляют нас Медузу. Медуза остается без маны, также имеется байбек, который она делает. 15 тысяч уже за имперцами, и опять под фонтан. Подцепились, судя по всему, еще здесь Элдер Титана, но фокуса по нему нет. Зонит Пак, закрывают его. Хекс мгновенно трипл килл для Эмбер Спирита. И теперь уже без байбека от Пака остается.